плитка ПВХ обладает большим спектром преимуществ и лишена недостатков ламината и керамической плитки. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Венков. Сегодня мы расскажем о том, где и как ее можно использовать. Эта плитка хорошо подойдет для влажных помещений, так как обладает высокой влагостойкостью. Сегодня очень популярно отделать ванные комнаты плиткой под дерево. Обратите внимание на то, что в коллекциях у плитки ПВХ тоже есть интересное решение, имитирующее деревянную текстуру. И в этом случае при отделке стены мы можем получить не только красивый рисунок, но и отсутствие швов. Такое решение будет не только красивым, но и практичным, потому что оно легко моется и устойчиво к известковому налету. Еще один важный момент. Современные производители добавляют в состав плитки ионы серебра, что позволяет ей иметь антибактериальный эффект. В этом случае в вашей ванной не появится грибок. Так как плитка обладает не только красивым декоративным слоем, но и прекрасно имитирует текстуру, она хорошо подойдет как для кухни, так и для гостиной. Особенно, если вы хотите сымитировать в гостиной текстуру дерева. Доску можно сымитировать не только на полу, но и на стене. А так как материал еще и легкий, он хорошо подойдет для имитации доски на потолке. Плитка ПВХ обладает высокой термостабильностью, выдерживает температуры от минус 50 до 50 градусов. Поэтому ее хорошо использовать для отделки лоджий и балконов. Но обратите внимание, нужно использовать только специальный морозостойкий клей. Материал экологически чистый, поэтому его можно использовать и в детских комнатах, особенно если у вас очень активный ребенок. Здесь вы можете проявить смекалку и сделать интересное дизайнерское решение.